работе у мастеров из ультравыхлоп находится X6 M60i с объемом двигателя 4.4. Это последний модельный ряд BMW X6. Здесь мы спроектировали заднюю часть для того, чтобы максимизировать разницу между тихим и громким режимом. А также дополнительно мы убрали из средней части два резонатора. При этом экология осталась на месте. Интересная машина, что? Для спокойной езды пойдет. Семейный автомобиль. Как вы видите на кадрах, 3-дюймовая нержавеющая сталь прямиком идет к насадкам. Управление заслонками реализовано через дистанционный пульт. Соответственно, заслонки можно открывать и закрывать в любой момент времени. В итоге мы получаем максимально качественный звук без удаления экологии на громком режиме и стандартный комфортный тихий режим при закрытии заслонок, когда человек передвигается в комфортном режиме. Работа обошлась клиенту в 160 тысяч рублей, и время нахождения машины в сервисе составило 3 дня. Если вы хотите реализовать подобный проект на вашей машине, обращайтесь за консультацией к нам в сервис. На связи Игорь и команда «Ультравыхлоп».